Каждая страница в истории Крыма по-своему уникальна и интересна. Но времена оккупации полуострова, фотографии и документы, подтверждающие жестокие преступления против населения, не оставляют равнодушными даже самых опытных историков. В рамках вот этих праздничных мероприятий нашлось место и страницы, которая, с одной стороны, наверное, является наиболее трагической в истории войны, с другой стороны, она показывает, а ради чего наша страна воевала долгие 4 года и понесла такие жертвы в этой войне. Выставка без срока давности разделена на несколько тематических блоков. Один из них представлен под названием «Преступления против детства». Расправы над детьми во время оккупации Крыма передают весь ужас и масштаб трагедии в годы войны. К примеру, в одной из деревень Белогорского района 11-летний мальчик был расстрелян немцами на глазах местного населения только лишь за то, что решил принести в дом воду из реки. К сожалению, это далеко не единственный случай. Детям казалось, какая политика могла бы вести, да? Ну, с другой стороны, шло уничтожение для того, чтобы не было продолжения рода, для того, чтобы не пополнялся население. И есть у нас воспоминания, когда в сборник документов мы вошли, включили документ, когда спасли мальчика и девочку. Они буквально были, видимо, расстреляны вместе с родителями во рву, там, или яме, мы не можем сказать, присыпаны землей, и эти дети... Понимаете, вылезли и пришли с землей, вот осыпанной землей, вот в мамакский детский дом. Не менее трагический блок выставки – принудительные работы и угон мирного населения в Германию. Работа в фашистской стране в годы оккупации полуострова стала одним из самых страшных испытаний для молодых людей. Многие из них умирали от невыносимых условий жизни и труда в рабстве. А те, кому посчастливилось вернуться на родину, зачастую на всю жизнь оставались инвалидами. За весь период оккупации полуострова в Германию было угнано более 70 тысяч человек. Весь ужас испытаний можно понять только лишь по одному письму, представленному на выставке. И вот, поработав там почти год, насмотревшись на кошмары и пережив тяжелое время, когда каждый шаг, каждый поворот, если он чем-нибудь не понравился хозяину или хозяйке, то они сопровождались ударом в лицо или в спину. Передала я это письмо через одного солдата, немца, который ехал в Джанкой. После, по словам автора письма, началось следствие. На допрос вызвали дядю и спрашивали о моем умственном состоянии. Меня считали умалишенной из-за того, что я писала правду. Не лучше в годы оккупации обстояли дела и в самом Крыму. Продолжались карательные операции, массовое уничтожение мирного населения. Людей убивали целыми деревнями только по подозрению за связь с партизанами и подпольщиками. Медицинская помощь стала платной. В Крым пришел голод. В период оккупации в Крыму был голод. Голод. Здесь о том, как выпекается хлеб, хлеб из чего он делается. Ялта голодала, 41-й год. Мы когда 42-й год голодали. В экспозицию выставки вошли не только документы из фондов Государственного архива республики, но и федеральных архивов. Сама же выставка будет работать для посетителей музея еще несколько недель. Мария Мосур, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.